Здравствуйте, друзья, и мы с вами продолжаем проходить наичудеснейшую стратегию с Indirect Control, которая, как вы уже все прекрасно знаете, называется Dungeon Keeper 2. И, насколько я помню, у нас здесь нужно загрузиться, потому что вот он наш традиционный mission.sav. С него мы и начинаем, но мне нужно чуть-чуть, вы уж простите меня, но припомнить, что же у нас здесь происходит. Саламандра несчастна, потому что ей не хватает кушаний. Все несчастные, да что же вы такие все привередливые-то, эльфы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а creatures-то мои не накормлены, говорят мне, но у меня зато появилась тюрьма, а это значит, что скоро у меня появятся солдаты, которым совершенно не нужна эта еда и все прочее. Им, они преданы мне безраздельно. Давайте, кстати, я покажу сейчас для вас специально. Так, а где-то тут, по-моему, где-то бы еще был курятник. Все, настал момент захватить вот этот курятник. Вот. Я хотел сказать вам, что покажу, как работает казино. Вот этот режим, он на счастье, этот режим на деньги. Переключать просто нажимая по вывеске. Вот я поставил на режим выцеживания денег обратно. Так, все. Где-то началось. Где началось? Черт побери. Где началось? Не понял. Вроде как где-то началось противостояние, но... Чё-то я его не вижу. Саламандра, которая become unhappy because has no food. Давай-ка сюда все. И скелетики тоже, ладно уж. Здесь началось противостояние, но оно меня, в общем-то, не особенно заботит. Вот эти трое в ближайший тренировочный зал, по-моему, он где-то здесь. Раз, два, три. А саламандры попытайтесь поесть, ребята. Попытайтесь. Я понимаю, что все тут у меня занято. О, а давайте-ка я, знаете, что сделаю? Я сейчас одну саламандрочку бедненькую, всего лишь второго уровня, кину сюда, и вот этого парня заборю один на один. Заодно и разведку проведу, так. Ё-моё, заборол один на один, называется. Сагрились? Сагрились, нет? Ты получи удар. Получи еще удар. Какой-то он неактивный. Приболел, может? Так. Ну, мне это на руку. Так, а тем временем у меня конфронтация в другой части подземелья, поэтому, друзья, не обессудьте, я должен выйти отсюда, не закончив свою задачу. Что такое? Что происходит? Что случилось? А, вот эти ребята просто периодически решают, что надо бы им на меня вот здесь напасть, но они, конечно же, глубоко не правы, потому что нападу-то я на них, а не они на меня. Говорят, что need a larger training room. Им нужен больших размеров спортзал. А чё у меня саламандры-то все такие слабенькие? Чё такое опять? А, так это муха. Муха, будь ты проклята, а. Где тут у меня есть что-нибудь? Я не знаю. Блин, у меня нет... А, стоп, у меня есть, я вспомнил. Все, муха, иди сюда. Мы тебе не рады. А мне нужна какая-нибудь прокачанная саламандра. Ну, во всяком случае, желательно, чтобы саламандра была прокачанная. Давайте вот возьмем какую-нибудь из этих. О, четвертый уровень. Все, это то, что доктор прописал. Берем прокачанную саламандру. Рецепт, так сказать, успеха в этой миссии. Берем прокачанную саламандру, одна штука. Берем чудесный спелл вселения в существо. Точнее, одержимости, по-моему, он так называется. И потом смешиваем в нужных пропорциях и готовим над лавой. Так, все, готов. Почему-то они всегда хватаются за горло. Тогда как вот они уже вытягивают из меня деньги, посмотрите. Здесь еще, да, мне писали, я на самом деле знал об этой фишке, что здесь иногда начинается дискотека под песню «Burn, baby, burn, disco inferno». Да, надеюсь, мы этого дождемся. Я даже от лица кого-нибудь из участников празднеств вам покажу происходящее. Вот сейчас моя главная цель — это вот эти ребята. Так, оп, я так ха-ха-ха-ха-ха. Опа-опа, не-не-не, вот гиганты — это уже не круто. Сейчас он мне вдарит. Ой, вдарит, ведь, а. Агрится? Нет? Стоп, я, по-моему, не туда побежал. Так, давай-ка агрись на меня, парень. Мы сейчас тебя заборим
Живенько-быренько. Так, 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 так. Убегаем. И все, теперь он на моем поле, а значит, отхватит немножечко ласковых. И у меня тут пришли гоблины. Да что ж такое? Ну кто ж вас звал, а? Все, с тем парнишкой справятся. Тем временем мы избавляемся в нашем подземелье от неугодного мусора. А это мухи и гоблины. Нафига? Они мне здесь нужны. Только места занимают, еду едят, деньги просят. А толку никакого. Так, а вы, ребята, в спальню. Какие-то вы побитые уж, извините. Здесь еще один гигант. Но я думаю, что если я захвачу сейчас этот хэтчери, то они посыплются на меня. Поэтому я так и сделаю. Все скелеты, ваша единственная задача — это тренироваться. Вы больше ни на что не способны. Зато после того, как вы потренируетесь, вы чудесные и верные соратники. Так, я боюсь вот делать так. Хотя, с другой стороны, знаете, от чего бояться? Так, давайте агритесь. Я сюда сейчас сброшу саламандры там всяких, прочую нечисть. Так, сюда импа. Давай, имп, агри их. Чего вы не агритесь на импа? А, давайте, ладно. Не корову проигрываем. Я думаю, справлюсь. Нифига себе, это кого он вырубил таким метким ударом-то, а? Опа, я тебя зато вырублю сейчас. Мистрос, 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 импы, 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 срочно. На все вообще пофигу, уносите мистрос. Так, каковы наши потери? Нашего воришку еще вырубили. Я надеюсь, донесут, потому что, черт побери, как же далеко им нести. Я не прощу себе, если потеряю кого-то из моих драгоценных слуг в этой схватке. О! Но я уже забыл об этом, поскольку нашел библиотеку. Библиотека — это всегда такая радость. Потому что в библиотеке могут появляться... Так, кто это у нас тут намылился в подземелье? Не-не-не. Гоблин нам не нужен. Имп. Перехватывай территорию. Этот портал нам больше не нужен. Он, точнее, нам не помешает. Что такое? Да что там опять происходит, а? Вечные схватки. Все. О, а тут как раз он напоролся на возвращающихся. Зря ты это, парень, сделал. Так, кстати, этот портал у нас, наверное, следующий. На очереди скелет на тренировку. Ваша забота — это тренировки. Мистерсов донесли. Мистрос донесли, еще несут. Да черт побери, ребята, давайте быстрее, а? Несите мистрос, ну честно, это очень важно. Как бы мне им укоротить путь? Или, по-моему, подождите, наверное, вот это их уже отнесли, да? Фу, ой, как хорошо. Я действительно рад, что мистрос выжили, потому что очень сильно за них волнуюсь. Они же, понимаете, они же тут все как дети. Они же ведь без меня вообще ни на что не способны. Так, что у нас здесь? У нас есть общий левелап, у нас есть общее лечение, и у нас есть денежки. Я деньги сразу возьму, потому что там всего 10 тысяч. Особенные погоды они все равно не сделают. Сюда я пока не пойду, потому что здесь пробиться — это значит сразу на себя беду накликать. Поэтому я... Вот здесь можно было бы... Есть некоторая вероятность, что здесь... А, кстати, я же могу посмотреть, как я мог забыть. У меня же есть спелл, который открывает карту. Разбитое сердце прошлого хранителя. Сюда мы не пойдем, хотя... Нет, не пойдем, потому что иначе у них будет прямая дорога на мою территорию. Мне это не нужно. Поэтому моя следующая цель — это данный портал. Причем с самим порталом можно справиться довольно хитрым образом. Order your minions to jump up and down. Что там мне сказали? Говорят, нужна тренировочная комната получше. О, а знаете, что я сейчас сделаю? То, что давно нужно было сделать. Я разберусь с вот этой пугалкой при помощи моих прелестных скелетиков. Да. Зарплатный день настал, говорят. Ну ладно, мне не жалко на самом деле. Для хороших, так сказать, людей зарплаты не жалко. Так, вот в этой конфронтации мои скелеты помогут моему
воришки, и он с легкостью справится с воришкой вражеским. А то и не с одним. Чё-то они все-то сразу полетели. Ребят, ну так нечестно. Ну, то есть, как, так, конечно, более честно, но я не привык к такому способу ведения борьбы. Мне нужно подбросить моих импов. Пусть они тащат сюда. Вот здесь импы скопайте, золотишко, после того, как у вас свободное время появится. Скелетики немножко понесли, ну, понесли некоторый ущерб, но не вижу в этом проблемы. У меня их есть постоянный приток. Вот это, например, кандидаты на роль скелетов. Следующие. Не, ну нормально, они вообще наглеют. Вы посмотрите. Ходят и ходят, и ходят, и ходят. Саламандры. Правильно. Так, а теперь саламандры. Следующая часть моего коварного, безусловно, плана. Это прорваться сквозь эту дверь, захватить этот мост и быстро-быстро-быстро обстроить дальше. Но для этого нужно еще... Это что? В кого вы там плюнули? А, в дверь, наверное, плюнули. Так, а там-то с кем конфронтация? Саламандры, вы теперь требуетесь в другом месте. Так, ты там не смей на моих саламандр руку поднимать, точнее кирку свою. Куда, куда побежал, почему? А, не хватает маны. Ну ладно, с тем мы уже разобрались, с этим тоже. Все, сейчас они пополнят ряды моих заключенных. Станут моими узниками. Да, у меня совсем нет маны. И у меня переполнена, черт побери, тюрьма. И только что вылезли новые героические создания. Ах, ну ладно. На самом деле ничего страшного. Пока есть, не просят, ничего страшного. Я захватил мост. Все, я знаю, где этот мост захвачен. Прекрасно. Мне сейчас нужно сделать следующее. Обстроить здесь все так же мостами. Подождать, пока разобьют вот этот куб. Ну ладно, вот этот тайл можно назовем тайлом. Они разобьют этот тайл, и после этого сразу все это дело станет моим. Давайте-ка сюда сбросим экстренный саламандру десант. И кого-нибудь еще шарахнем молнией, да? Все, сейчас я разберусь с ними со всеми. Вот этот у нас последний. Никого из моих не вырубили, надеюсь. Нет, вроде бы никого из моих не вырубили, хотя мои почему-то как-то долго разбираются с этим магом. Все, с ним разобрались. Теперь мои героические войска уходят на покой. Покой у них, как известно, вот здесь. Причем одному там прямо явно нужен покой. Что у нас здесь? Новые узники поступили. Прелестно, прелестно. А что это, скелет тут гуляет? Нормально. Он пойдет дверь атаковать? Нет, он просто погулять пришел. Имп, ты нужен здесь для захвата вражеской территории. Как только он захватит, да, то, что я хотел сказать, как только он захватил этот тайл, сразу портал автоматически уничтожается. Бери труп. А все, некуда уже, да? Переполнено. Давайте, мальца, освободим, так сказать, место-то. Для свежачка. Ага. А, еще денег. Берем. Берем еще деньги. И настало время захватить мастерскую. Кому мы доверим захватывать мастерскую? Я думаю, что это будет тролль, как, собственно, население мастерской. И, как обычно, наш элитный отряд саламандр. Надеюсь, что за дверями мастерской нас не ожидают какие-то уж слишком сюрпризы. Вроде бы все спокойно. Так что всем возвращаться на покой в спальню. Саламандры говорят, нет еды, поэтому она несчастна. Ну ничего, мы ее как раз десантировали неподалеку от источника еды, поэтому думаю, что она сейчас сможет с легкостью эту проблему решить. А мы тем временем немножечко поправляем дела в государственной казне за счет вражьих героев. Так, а где же у нас тут была банковская ячейка? Вот, все здесь. Прекрасно, я захватил... А, так это не мастерская, это же пытошная. Мистрессы, вы мои ведь уже? Мне же вас не нужно переманивать дополнительно, да? Просто нужно снять и
Отпусть. Стоп. Они еще не мои. Значит, давайте... Пусть... Пусть тогда становятся моими, черт побери. А, снова деньги. Берем деньги. А это что за... мана. Я просто это сразу использую. Это, в принципе, такая вещь, которую можно использовать сразу. Тем более, что на текущий момент у меня прям уж слишком очевидная нехватка маны наблюдается. У тролля, говорят, нету еды. Ох ты, бедняжка, трольчик. Так. Что еще можно сделать? На самом деле, следующий шаг это уже... уничтожение этого портала, а потом захват уже мастерской. Как я мог вообще перепутать мастерскую с пытошной? Как можно перепутать такие вещи? Позор мне. Прошу прощения за небольшую накладочку, но, к счастью, ничего страшного не случилось. Так, что же мы тут делаем? А, вот к нам начинают возвращаться, точнее, разум начинает возвращаться к Мистрас, и они припадают к лону нашего подземелья. Деньги скидываем уже традиционно сюда, хотя они здесь... В общем, по большому счету, мне деньги-то скидывать некуда. А нет, есть один момент. Я могу сделать денежные коридоры, так называемые. Эта структура называется денежные коридоры, запомните. Так, и денежный коридор продолжим вот до сюда. Все, теперь деньги могут храниться. Здесь есть дополнительное свободное место, которое способно вместить... еще солидную сумму денег, тем более, что она появится, я ведь смогу все это добыть. Как я и говорил, нашей первостепенной задачей нашей на текущий момент является, кроме переманивания Мистрас, конечно же, что очевидно задача просто номер один, мы должны разобраться с этим порталом, потому что эти жалкие создания стоят на пути к нашему успеху. Возьмем десант скелетов. Скелеты, как известно, ребята, безотказные. Мне не нравятся эльфы. Извините, если вам нравятся эльфы, извините. Я всегда находил их практически бесполезными созданиями. Мне гораздо больше нравятся те же скелеты, например. Скелеты — это вот чудесные ребята. Позвольте, я только что понял, а почему мои варлоки не занимаются своей прямой обязанностью изучением заклинаний и улучшением уже существующих? Ну... изучать-то здесь нечего, а вот улучшить заклинание вызова импов это будет очень даже полезно, я считаю. Что ж, настал момент, когда я уничтожаю и эту дверь и готовлюсь принимать гостей. Потому что они, естественно, сразу-то не обрадуются моему здесь присутствию, но... я подумал, что стоит, наверное, поступить чуть хитрее и дождаться, пока имп... перехватит этот кусочек земли. И тогда я поставлю мостик сразу вот сюда. Черт побери, где тревога? Где тревога? Вот она. У Мистрас нет плеера. Черт побери, иногда очень хочется поставить паузу, знаете. А-а-а, вот это подлость, вот это подлость. Они поставили ловушку. Ну ничего, мы с ней постепенно разберемся. У меня такое чувство, что мне пора добавить мест для логова. Но где я могу их добавить? Наверное, поближе к основному, а поэтому у меня будут... у меня будет ноу-хау. Коридоры из логова. Так, и сюда, пожалуй, скинем вообще всех Мистрас. Пусть они там уже сами определяются... кому из них где спать? Как здесь саламандры-то оказались? Что они здесь делают вообще? Ребят, не, серьезно, вы что тут делаете все? Вам что там? А, это же для них короткий путь, казино. Сбрасываем. Ты на моей территории, парень. Не надейся на многое. На мину не вставайте! И... дурачье, на мину не вставайте! Новые вылезли! Ё-моё, да что ж происходит-то, замес начался! Так, кого еще сюда? Быстро! Оба вора! Не знаю, ладно, вы, ребята! Сюда, скорее! Черт побери, вот это замес, а! Сюда, быстренько обстраиваем! Создаем плацдарм, уничтожаем врагов, Мистрас! Нет, это не приоритетная цель!
Вот это схватка. Кто-нибудь уничтожит мины? Давайте быстрее с ними разбирайтесь. Все. Зашибись, вообще разобрались с минами, называется. Все сюда тащить своих в логово. Это тоже свой. Блин, быстрее переманивай территорию, я не хочу варлока терять. Не, ну ты-то здесь точно нежданный гость. Отлично, мне кажется, это мой помер. Да что ж такое, ребята, ну давайте, разберитесь вы с ним как-нибудь безжалостно и быстро. Скелеты. Я несу потери. Так, тем временем у меня количество мистраста все-таки увеличилось. Это хорошо. Так. Сюда, 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 сюда. Блин, не донесли. Ну, этого тоже уже не донесут. Черт с ним тогда, с этим трупом. Путь гниет. Каковы потери среди нашего населения? Судя по всему, потери у нас это один маг, который, как мы видим, сгнил вот здесь. Ну что ж, с этим уже, к сожалению, ничего не поделаешь. Эти потери уже произошли. Ну ладно. С этим мы как-нибудь смиримся. Главное сейчас добить этот портал. И делается это очень просто. Я уже неоднократно говорил, как мы обстраиваем его полностью вокруг, и все. И он сам услужливо уничтожается. Все. Так, эти нам не нужны. Дополнительные мостики. Нам хватит. И обычных. Странно, я захватил. Это считается комнатой. У мистрас нет еды. Давайте отправим ее в наш загородный курятник. А остатки варлоков, я думаю, целесообразно направить в библиотеку, потому что уж хотя бы спелл вызова импа, но мне обязательно, черт побери, нужно улучшить. И настала пора начать. Вам всем еда нужна? Да что же вы такие проглоты-то? Ну идите поешьте, ладно. Настала пора начать добычу наших резервных богатств. Только вот найти бы наши резервные богатства. Где-то, где-то, где-то они были здесь. Вот они, наши резервные богатства. Там, в общем, примерно, где я их начал искать, но почему-то нашел в последнюю очередь. А вот здесь есть вероятность найти какой-нибудь секретик. Я должен проверить, а нет ли его там. Можно еще посмотреть правой клавишей, где они находятся. Ворлок, говорят, стал несчастен, потому что еды ему не хватает. Идите в этот курятник уж, когда вы наедитесь-то. Так, гоблин прокрался. До свидания. Второй. Тоже до свидания. Гоблинам в нашем подземелье не рады, могли бы уже запомнить это. У мистрас какой-то нет логова, поэтому... Все ш... Ай, ой, я случайно, девочка, я случайно, извини. Все, давай, обустраивай логово. Кому-то там не было. Все, отлично. Теперь логово будут у всех из вас. А, как-то спортзал опустил. Скелетики уже все натренировались. На всякий случай я вас сюда кину. Вдруг кто-то меньше уровнем. Угу. И ни одного из там павших до тюрьмы-то моей и не донесли. Как ни странно. Все импы заняты. Зашибись. Так, варлоки. Срочно в библиотеку. Работать над повышением уровня грамотности нашего подземелья. Не, ну хоть маленько-то поизучайте. Ну что вы, наглецы. Ну спасибо, хоть один. Премию ему надо выписать. А вы куда пошли? А. Так, они спать пошли. Вот эти трое дармоедов. Не поработали, а спят. Смотрите-ка. Наверное, настала пора таки захватить то, что по праву принадлежит нам. Нам очень прямой мостик получился. И для этого мы, как всегда, используем элитную группу Саламандр. Тут даже есть некоторый запас каких-то ловушек. К сожалению, я не вижу каких. Давайте посмотрим, что у нас среди ловушек есть. По-моему, вот это облачка, то есть ядовитые ловушки. Но я на самом деле не особо так часто их использую. А где мои импы? А, они все... Ага, вот как я и говорил. Мана.
нужно, чтобы территория сначала моей стала, а потом я сразу могу ее использовать, даже не ожидая того момента, когда они... Он не доучил заклинание. Давай доучивай. Может, ему оплеуху дать? Как-то... Как-то боязно. Вдруг уйдет после этого обидеться. Уйдет с работы. Пойдет спать. Давай, чуть-чуть осталось. Ну, ну чуть-чуть. Вот совсем маленько. Подождем. No, да как у тебя нет лейера-то? Ты что мне рассказываешь? Тут вон свободные места. Где они? Черт побери. Вот они, свободные места. Ты что мне рассказываешь? Нет у него логова. Выбирай любое, будь ты проклята. Тут очень странно, на самом деле, с алгоритмом. Вот они, видите, раз и меняют места. Не совсем это... Не всегда это выглядит логичным. Уже утащили, да? Ну ладно, тогда подожду пока. Тут была мина. Нет. А, нет. Фу, слава богу, это просто... Здесь же была дверь. На двери мину поставить нельзя. Здесь просто сгнил гном. И все. Обычное дело, сгнил гном. Да, вот они, ящички сложились в кучке. Некоторые из моих ребят недовольны. А, и что же у нас тут остается-то по плану? Вот это надо скопать. Надо импов создать. Так, кстати, про создание импов. Мана. И мне, пожалуйста, импов на все, и сдачи не надо. О, хорошо, я создал 11 импов, причем, обратите внимание, я создал породистых импов 4 уровня. Нужно еще скопать золотишко здесь. Хотя это на самом деле не то, чтобы было обязательным, но если у меня будет золото, то почему бы его... Почему бы не накопить побольше золота? Вот я так считаю. И вообще нужно построить рядом с казино денежный коридор. Мне кажется, уж где-где, а рядом с казино-то денежному коридору самое место. Ой, вот это место неплохое. Скопление такое тайлов, на котором можно вполне хранить золотишко. Пытошное. Можно было бы кого-нибудь, конечно, в пыточно переманивать, но это понижает настроение всем, как своим, так и переманенным, поэтому я такими вещами, как правило, не занимаюсь. Но вы, если будете играть и захотите, то, конечно, можете это сделать. Скинуть сюда. Ну, еще вот отсюда. Снимем с работ немного и отправим сюда. Тем более, что велика вероятность того, что они были именно на пути к этой работе. Тогда просто в таком случае я их... Немножечко ускорил. Ускорил их перемещение. Вот этот мостик уже можно продать. Я далеко не всегда продаю мосты, которые не задействованы. Потому что, ну, потому что мне на самом деле не жалко этих мостов. Ну что, ну мосты стоят копейки. У меня вон тысячи ресурсов есть. Так сказать, не жалуюсь. Ну все, практически все запасы мною скопаны. Следующий шаг, он уже является, судя по всему, финальным, потому что я не вижу по кромке своего подземелья каких-либо возможностей для продвижения, кроме как идти уже в нападение на вражеского лорда, ну или, по крайней мере, исследовать вот эти фланги, вот этот и вот этот, который вот у нас здесь покрытый золотом, и весь покрытый золотом, абсолютно весь... Так, вот сюда. Тут подготовим плацдарм для обработки золота. Кстати, вот по поводу плацдармов. Давайте-ка сейчас посмотрим, что у нас тут сразу за золотишком скрывается. Как я и предполагал, если я прокопаю это золото, то сразу получу доступ к дороге. И здесь, скорее всего, ситуация ничем не отличается. Тут мы уже тоже знаем все, что тут нас ожидает. Так что следующий этап... Хотя, вот здесь, в принципе, можно было бы снести дверь даже. Я вот построю так вот мостик. Подготовлюсь, потому что здесь все-таки есть еще одна дверь. И, по крайней мере, они... Хотя нет, они меня все равно увидят. Ну ладно, но так или иначе, уничтожение лорда нас ожидает в следующей серии, друзья мои. Оставайтесь, так сказать, stay tuned, как говорят англичане. Ровно через неделю нас ожидает новая серия. Спасибо вам за внимание, друзья, и до свидания.